всем, кто планирует украсить свой праздник, необходимо знать элементарные правила пожарной безопасности. Это использовать пиротехнические изделия. Лицам моложе 18 лет нужно в присутствии только взрослых. Нельзя применять пиротехнические изделия в помещении, запускать их с балконов и лоджии. Не рекомендуем держать работающие пиротехнические изделия в руках. Его надо закрепить на твердом основании. Нельзя использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, автомашин и так далее. И не следует находиться рядом с работающим пиротехническим изделием, потому что это не только следует пожар за этим, но и, возможно, ожоги.